True Колобки, настоящий детектив Колобки Мешап. Давайте смотреть. Что вы думаете о своем напарнике? Приехал из Техаса, его не знал никто. Но второй неделе совместной работы я увидел, как он живет. Даже пожалел его тогда. У меня тогда была бессонница. Лежал и думал о женщинах. А знаете, что его раньше называли Техас спонсоров? Возможно, Фунфурье что-то пришлет. Ну хорошо, может быть, да, там как-то подрезать, как-то что-то сделать. Ладно. Скифискал. Остальные, да? То есть люди как бы готовы спонсировать, платить за то, чтобы смотреть просто там 3-4 часа обсёра Фреда? Детективы носили с собой небольшие блокноты, а он бухгалтер. А, это я понял, это типа мешап трейлера фильма какого-то, видимо, с Колобками. Детскую книгу. Смешной такой. Ходил с ней от двери к двери, как сборщик налогов. Да, я всегда делал много записей. Никогда не знаю, что пригодится, правда. Тогда вели дело 419. Вас же оно интересует? Полиция штата. Руки за голову. А что за сериал? Бах! Я никогда такой херни не видел. Оккультное ритуальное убийство. Прекрати нести такой бред. Это непрофессионально. Это произойдет снова. Или происходило раньше. В мои годы здесь такого не случалось. На улицах все подряд не кричали о своих правах. Ну и пошло-поехало. Ты собираешь информацию, допрашиваешь свидетелей. Я вам тут не стукач. Не смеши меня. Раскладываешь улики, восстанавливаешь хронологию событий, выстраиваешь историю. Был же какой-то донатер, который тоже такие мешапы делал. Анализ показал наличие лизергиновой кислоты. Типа именно... Мы как будто в чьем-то воспоминании. Я забыл, кто именно, но кто-то из донатеров тоже что-то такое же делал. О городе, причем уже довольно... Советские фильмы с модными трейлерами. Здесь снова джунгли. Он тебе мозги пудрит. Он социопат. Ты же в курсе. Мать вашу! Да вы чего вообще? Твою мать! Выпусти, сука! Не знаю, что это за безумная статейка, но газеты подняли хай. И церкви тоже. В нашей вселенной время движется как бы линейно. Но за пределами нашей вселенной времени не существует. Это круг. Ай-23? Я получила данные о разыскиваемом человеке. Реджинальд Леду родился 13 ноября 60-го. Отсидел за производство ЛСД и амфетаминов. Дело с желтой коровой, каркоза. Тяжко, наверное, жить с мужиком, который такую пургу несет. Иногда я вижу бытие дьяволов. Ко мне? Давай. Мы объявим в розыск высокого мужчину со шрамом на лице. У меня очень важное дело. Я вознесусь и покину бытие человеческое. Это здесь. Вы когда-нибудь были в перестрелке? Не двигаться. На колени, быстро. Нет. Умрем вместе, маленький жрец. Это Каркоза. Что-то у меня страшно, прям вот где-то болит здесь. Ничего не понимаем. Ничего не понимаю. Наоборот, сделали, типа. В конце. Не, здорово, здорово. Прикольно.